Работой. Тут чтобы нужно было сваливать все эти ветлы. Вон там. Вон дальше пропалывался, нет, как раз. Пропалывался, но он зарос. Лишь куда утащил. А кому она там нужна? Эти надо корни вон там вытащить, где конец будет, и вдоль трассы положить. Давай, я буду снимать, потом тут есть корни. Давай. Вот. Тут 13 минут осталось всего. О-о-о! Откуда начать? Да вон большие самые корни-то руби. Бросай туда, куда они там туда. Батюшка прогуливается с собакой. Уходи оттуда. Уходи, уходи, уходи. Повалили гиганта. Назначь стоял гордый, одинокий. Вот так вот. Опрокинули его.
топоры лежали, топоры. Да. Вот это все. Корни-то сказали, куда тащить? Корни я скажу потом, потом утащим. Сейчас куда собирать? Сейчас ему не говорил, уже биты. Он сейчас вот этот пень хочет свалить, второй. Угу. Тащить, когда он натащит глину, тогда сбоку поставить, угу. Чтобы машины не заезжали. Это мы сделаем, а сейчас еще говорит про это. Он и тот пень вытащит. Смотри, у меня там аппарат, если надо будет, возьмешь. Да, это сразу бегом и надо под зарядку поставить. И скачивай. Угу. Ну я это сделаю. Как закончится, мне отдай тот дверь, я так поставлю. Зараза! Зараза, да? Не стой, Шукшина. Ну, гадство, говорит. Наскочила, она идет с танцев. Маша, первая жена его. Она откуда знает, что нравится-то? Он в темноте уже догнал ее, вдруг подхватил, ценил, поцеловал ее. И бежит и кричит, ну, гадство, теперь нас просто так не возьмешь. Вроде печать оставил. Но того интересно. Одни рычаги, говорит, остались. Он перевернул его фактически уже, все, выдрал. Ну да. Вы его уже оторвали, все. Я вижу, оторвал. Видишь? Смотри, дом не свали только. А то мы в аренду тогда заберем трактор всем. Компенсировать. Ну что сказать, все, пока, оторви. Угу. Слава Христу. Продолжаются работы по убиранию ног здесь, в нашем доме. Возле нашего домика тут Иосиф, которого Устинов построил. Вот он уже один свалил, сейчас второй будет доламывать. Вот так вот. Сейчас он там переключается. И вперед рванет его. Гребет. Снимает. Но под корнем не видно даже. Ну, пошел бульдозер.
вообще довалить этот пень. Осьминог какой-то корнями торчит. С этой стороны подорвал его вот корень. Вот оказался мощный. Пока не смог он. Дерево называется ветла, выглядит как пальмовое какое-то. Интересное даже. Целился он на какую-то цель. Thank you.
громадина падает. Уезжать ему совсем не зачем. Я сколько раз такое видел, просто время, ну, время поедает. А время-то он бы захватил его так. Thank you.
развернется, глину столкнет, наверное. Только тогда. У меня уже вчера один раз гусеница слетела, он сейчас осторожничает с разворотом. Из-за этого бугорка.